Артикуляционная гимнастика – это зарядка для органов артикуляции, направленных на исправление недостатков произношения. Процесс формирования и развития правильного звукопроизношения требует длительного времени. Взрослые не представляют, и им трудно понять, сколько физических и душевных сил, эмоций отнимает этот процесс у ребенка, имеющего речевые нарушения. Если мы хотим, чтобы какая-либо мышца была сильной, мы ее тренируем. Это правило относится и к мышцам артикуляционного аппарата, в частности языка, органу, состоящему из мышц. Часто бывает так, что мышцы язычка ребенка недостаточно подвижны, слабоваты или наоборот, чрезмерно напряжены. Нетрудно догадаться, что при таком положении дел правильного звукопроизношения мы не дождемся. Необходимо выполнять артикуляционную гимнастику вместе с мамой перед зеркалом. Артикуляционные упражнения для губ. Подражаем мы лягушкам, тянем губы прямо к ушкам. Улыбнулись губки, вот и наши зубки. Подражаю я слону, губы хоботом тяну. Артикуляционное упражнение на подвижность языка. Тик-так, тик-так. Язычок качался так, словно маятник часов. Ты в часы играть готов? Зубки надо чистить дважды, каждое утро и вечер каждый. Туда-сюда бегут щетинки, не оставят ни соринки. Веселый индюк пугает всех вокруг и кричит: «Балды, балда, разбегайтесь кто куда!»
Артикуляционные упражнения на умение расслаблять и напрягать мышцы языка. Подражаем мы змее, поиграем на заре. Высунем язык иначе, ровный, острый и подальше. Та-та-та, язычок получился блинок. Блинчик улыбается, гости собираются. Артикуляционные упражнения, расслабляющие мышцы языка. Тесто мнем, мнем, мнем. Тесто жмем, жмем, жмем. Пироги мы испечем, и блины мы испечем. Артикуляционные упражнения, укрепляющие мышцы языка. Причешу лошадке хвостик, и на ней поеду в гости. Цокай громче, язычок, чтоб никто догнать не мог. Буду я в футбол играть, должен мяч не пропускать. Поиграю я в футбол и забью в ворота гол. Если своевременно выявить нарушение и начать работу с ребенком, используя артикуляционную гимнастику, то можно добиться положительных результатов за более короткий срок. Не огорчайтесь, если некоторые упражнения не будут получаться с первого раза даже у вас. Попробуйте повторить их вместе с ребенком, признаваясь ему: «Смотри, у меня тоже не получается. Давай попробуем вместе». Будьте терпеливы, ласковы, спокойны, и все получится.